В 2021 году Дакота снялась в фотосессии для журнала «Таун и Кантри». Фотограф Аманда Деми, стилист Кейт Янг. Дакота признается, что она задала вопрос ее маме Мелани Гриффит. «Есть ли что-то, о чем ты мечтала, но никогда не делала?» Мелани ответила Дакоте: «Нет, я хотела быть матерью и хотела иметь семью». Дакота говорит, что это фишка ее мамы. Дакота полностью углубилась в фильме «Потерянная дочь». Там есть много болезненных вещей для нее. Об этом говорит режиссер фильма Мэгги Джилленхол. На съемках фильма «Доводы рассудка» Дакота бегала по лесу в корсете и испытывала боль, так как имела на тот момент почечную инфекцию. О своей героине Энн Эллиот Дакота говорит: «У нее самое огромное сердце, но она просто застряла». Именно это и привлекло актрису в ее героине. Энн Эллиот оказалась не в той семье, не в том месте, и ее никто никогда не видел. Дакота признается, что ее мечта сыграть главную роль в адаптации Патти Смита «Просто дети». Дакота в платье от Каролина Эррера и ожерелье от Тони Дюкита. Дакота в бюстье и брюках от Гуччи и кольца от Тони Дюкита. Дакота в рубашке и юбке от Каролина Эррера и ювелирные серьги от Лизы Эйснер. Дакота в пальто, перчатках и обуви все от Гуччи, серьги от Сидни Гарбер. На Дакоте платье от Джейсона Ву, туфли от Джузеппе Занотти, ожерелье и кольцо от Дэвида Уэба. Платье от Кристофера Джона Роджерса и ожерелье от Ван Клифф и Арпельс.